Добрый день всем, всем доброго времени суток. Продается 41-я цита в королевстве крупы. Какой номер королевства-то сейчас даже? 50-21. Как видите, здесь неземной шмот. 4 зеленых камня. Мог создать еще один камень, не знаю, почему вчера не создал его. Адский еще не собран, с варварова добрать надо будет. Волка нет, Изольды нет, никакой. Может, есть все-таки что-то? Нет, нету ни хрена. Неземной плюс 3. Статуи один вид оракула. 62 частицы на следующий. Остальные созидания редкие, безупречные. Не знаю, почему на пехоту у него безупречные стоят, а на коне редкие. Я бы по-другому, конечно, делал. Ну, в тех условиях, где они воюют, это топ-группа королевств, топ-группа игроков. Там всякие дизели, раньше летали дизели, ладно, нет, Адамы нет. Есть Кокот, МКК и прочие. На пехоту ставить не поможет. Там бац-бац и мимо будет. Минус миллиард с одного-двух ударов. Здесь в набег не полетаешь особо, наверное. По статистике смотрим, что у нас. тысячи поход без бафов. Пятый звездный уровень. Категер на 3 звезды. 10, 19, 19 стратегии мало. 4000 первые, 40 крит, 9300 пехота. Атака стрел 8-9, ну 9000 остальные, грубо говоря, 141 урон армии. Камни дракона по 600% в среднем. Так, а что с навыками? 1-3-2-4 на войну, на строительство 1. Фермерский набор. На тренировку он не делал. Зря. Надо на тренировку делать. Синих камней не брать. Эмблемы. 3 львиных. Остальные водные. 79 частиц. Добрать ерунда. Еще одну можно создать. Оружие героев. В принципе, весь вороний комплект. Артефакты, само собой, редкие, эпические. Герои. 5 звезд NS1, 6 звезд Гаргула NS1, NS3, Мадок, 4 навыка. Категена, само собой, все навыки. NS2 по 3 звезды. В лазарете 114 тысяч лежит, отдыхает. Светилище никого. Наука. Наука. Замок старенький, еще, видать, 17-го королевства. Прокачан.
науку нормально. Здесь у нас так же, как у всех, посольство, регион оставили на потом. Идет, видать, к шестому походу. То есть 1200 философских есть. Маловато будет. Сумку посмотрим. 33 продвинутых. Семьдесят желтых чешуй, это хорошо. Еще не призывал, странно. Ждет чего-то. 154 кор знака, 2000 обычных знаков знаки. Ну, скорых маловато, конечно. А просит он за свой замок немного. 10 тысяч всего. Если вы хотите играть в мощном королевстве, встречаться с топами игры регулярно, приходите, берите замок. Игра будет интересная. Вроде бы все посмотрели. Так, по строительству, что у нас? Стрельбище 41. На 42 надо знаки набрать. Ресурсы. Ресы есть. Железа мало. Серебра тоже. Некоторые люди спрашивают, просят, чтобы обзор на замок Крупы сделал. Он не хочет обзор на свой замок. Так что не ждите. Про королевство теперь посмотрим. Редко видео из этого королевства уходит. Крупа, генерал Сталин, первыми 45 поставили, потом китайцы. Сейчас прогрузится. 6 45-х, из них 4 это русские. Русскоговорящие. Дальше пошли 44-е. Олег 44. Гром. Дальше 43. 16 замков, 113 у них. Один миллиард сил альянса. Если кто-то что-то надумает, пишите в комментариях, он вам там будет отвечать.